спортсменов, класс мотоциклов 50 кубических сантиметров. На пьедестал почета для награждения приглашается Платон Мельников, город Воткинск. Третье место. Награждение производит председатель трековой комиссии, член исполкома Мотофедерации России Ариф Нурлагаянович Сергареев. На пьедестал почета для награждения приглашается Кирилл Тяпкин, город Бузулук. Второе место. На пьедестал почета приглашается победитель первого этапа в классе мотоциклов 50 кубических сантиметров Иван Гаврилов, Центр технических видов спорта имени Гаврилова, город Уфа. Раис Петрович, я сказал, Центр технических видов спорта имени Кадырова, город Уфа. Молодец! Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Так, ребят, сюда подходим сразу к столу, вот сюда сразу, с пьедестала и направо к столу. Класс мотоциклов 65 кубических сантиметров. На пьедестал почета для награждения приглашается спортсмен первого разряда Ярослав Плетнев, город Магнитогорск. Третье место. Все как у больших. А на пьедестал почета для награждения приглашается спортсмен второго разряда Николай Корнев, город Бузулук. Тезка нашего Николая Корнева. На пьедестал почета для награждения приглашается спортсмен первого разряда Александр Шершнев, город Магнитогорск. Потом сюда подойдите, ладно? Фотосессия на память. И с пьедестала. Спасибо, ребята, с пьедестала сразу направо, вот сюда, к столу подходите. Класс мотоциклов 85 кубических сантиметров. На пьедестал подсчета для награждения приглашается Дамир Дусаев, город Бузулук. Третье место. На пьедестал почета для награждения приглашается Никита Богданов, Центр технических видов спорта имени Кадырова, город Уфа. Второе место. На пьедестал почета для награждения приглашается победитель первого этапа в классе мотоциклов 85 кубических сантиметров Евгений Воронин, Училы Горняк. Первое место. Так, ребят, сюда потом, ладно? Спасибо, вот сюда сразу направо проходим, ребят. Открытый класс юниоры. На пьедестал почета для награждения приглашается кандидат мастера спорта Роман Рыпин, Бузулук. Третье место. А на пьедестал почета для награждения приглашается кандидат мастера спорта Егор Мышковец, Центр технических видов спорта имени Кадырова, город Уфа. На пьедестал подсчета для награждения приглашается победитель первого этапа в открытом классе мотоциклов среди юниоров, кандидат мастера спорта Владимир Бобин, Центр технических видов спорта имени Кадырова, город Уфа. Еще раз награждаем аплодисментами юниоров в открытом классе мотоциклов. Сюда, сюда, пожалуйста, направо сразу. На пьедестал почета для награждения приглашается заслуженный мастер спорта Дмитрий Буланкин,
Третье место в открытом классе у мужчин. Центр технических видов спорта «Умелец», город Уфа. На пьедестал почета для награждения приглашается мастер спорта международного класса Дмитрий Колтаков, центр технических видов спорта имени Кадырова, город Уфа, второе место. На пьедестал почета для награждения приглашается победитель первого этапа в открытом классе у мужчин, кандидат в мастера спорта Алексей Никишкин. Белебей личный зачет. Дорогие друзья, вот этот вот человек, который стоит сейчас на первом месте, я вам хочу сказать, вчера в Красной Горке проходил внедорожный марафон, вот он 3 часа выдержал. Дистанция трассы была 7,5 километров, он принимал участие и в эндуро-классе, и в 2 заездах по кроссу. В эндуро-классе заезд был 1,5 часа, в кроссе 2 заезда по 45 минут, и он выиграл. Давайте наградим аплодисментами. Ну что ж, друзья, прошу прощения, друзья. 45 сначала. Ильдар Биглов, третье место в Open, классе Open 1. Грамоту вручите, отдадим потом. Евгений Сидорчев, «Стивый табак». Второе место. На пьедестал почета приглашается победитель в классе Open 1 Осипов Владислав. Сюда направо проходим, ребята, сначала вот сюда направо. Сергей Винтаев, третье место, Самара, в классе Open 2. Выше 45 лет. На пьедестал почета приглашается Казаков Иван, второе место в классе Open 2. Завгородний Владислав приглашается на пьедестал почета, первое место в классе Open 2, возраст от 45 до 60 лет. Давайте наградим наших ветеранов аплодисментами. Теперь, дорогие друзья, командный зачет. На пьедестал подсчета для награждения приглашаются представители команды Центра технических видов спорта. Умелец, город Уфа. Третье место. На пьедестал почета для награждения приглашаются представители команды спортивно-технического клуба «Горняк» города Училы. Второе место. На пьедестал почета приглашаются представители команды-победительницы первого этапа открытого чемпионата Республики Башкортостан 2013 года по мотокроссу. Ребят, Центр технических видов спорта имени Кадырова, город Уфа. Ребят, давайте все сюда. Смотрите все сюда, ребята. Тимур. Давайте раз.
два, Ваня. Три. Ну что ж, дорогие друзья, давайте еще раз наградим аплодисментами представителей команд призеров и победительницы. Дорогие друзья, 1 июня в городе Салават пройдет первый этап Кубка Республики Башкортостан по мотокроссу. Пожалуйста, ждем вас в гости. Начало соревнований также в 12:00. 1 июня 2013 года в городе Салавате пройдет первый этап Кубка. Я еще раз подчеркиваю, Кубка Республики по мотокроссу. Ну что ж, на этом наши соревнования подошли к концу. Благодарим вас за внимание. Спасибо, что болели. Спасибо, что пришли. До новых встреч и всего всем самого хорошего.